Ребята, всем привет! Сегодня мы поиграем в снежковые битвы от создателей симулятора снегоуборщика. Итак, у нас команда на команду. У нас там чуваки поварёшкой копают снег, а я леплю снежки руками. Ну, еще один снежок! Вы посмотрите, какие у меня снежковые руки! Теперь нужно атаковать команду противников. У нас тут есть летающие всякие товарищи. Нифига себе, ты сальтуху умеешь делать? Ты крутой! Этот тип с поварёшкой пытается... Я его вынес с первого снежка, офигеть. Так, это было мощно. У нас вот этот вот попугай, который сальтухи мутит, надо его вынести. Это что ж такое-то? Нифига себе ты! О, есть! В бочину ему попал. Собака, стой, собакен! Стой, говорю! Это очень забавно, это просто нереально кайфовая игруха. Здесь веселиться просто... Можно до упаду. Не попал. В ногу. И меня попали. Блин, хп мало, хп мало. Где этот? Отхил. Мне хиллер нужен. Хелп, медик. На. Иди. Сейчас. Нифига себе, ты как ты так? Как ты так это по снегу делаешь? Дружище, расскажи. О, нифига себе. Я пригибаться умею. Не-не-не-не-не-не. Чувак решил с горочки покататься. О, да тут прям яма для неудачников. Может подальше держаться от этого места. Лови. Сейчас эти... Вот так вот. Чуваки, я бегу к вам на... Я передумал. Не, ну в принципе нормально такая яма, чё. Я там про неудачников погорячился. Так, дейзматч один на один. Все враги. Ну, понеслась. В атаку. Так, меня со всех сторон сейчас будут пулять. О, нифига себе, ниндзя, ты меткий. Через меня попал. Кажется, мы друг друга ушатали снежком. Я восстал. Теперь я зимний ходок, или как их называют-то. О, как мимо меня пролетел снежок. Да. Я восстал. О, нифига себе, я наверху. На, чувак. Что ты сделал? Что ты делаешь у меня на вышке? Это моя вышка. Я же говорю, это моя вышка. Теперь я ледяной, или как там, зимний ходок. Короче, неважно. Я теперь наверху. Воу, сколько вас? Поварёха, вниз. Ты тоже, собакен, вниз. А мне здесь нравится. Я буду на вас смотреть свысока и кидать в вас. Так дело не пойдет. Это мое местечко. Да что ж ты будешь делать? Так как... Блин, не вовремя я начал лепить снежок. Снежок. Нифига себе, как меня скрючило. О, тихо. Здорово, дружище. Да блин, промахнулся. Уехал. Блин, это было круто. Мега круто. На, готов. Поварёха, иди сюда. Ты кушать приготовь. Кажись, меня лопатой грохнули. О, нифига себе. Вот это вещь. Дружище, ты можешь с нее стрелять? Погодите-ка. Дайте-ка я с нее постреляю. А я в нее заряжать мог. Что за беспредел? Я только к ней подошел. Итак, после наших баталий мы возвращаемся на нашу территорию, где нас может вооружить крутой снеговик. Он предлагает нам здесь разное вооружение. Здесь есть очень классные вещи, например, лопата. Либо поварёшка. Это просто то, что мне нужно, чтобы победить в битве снежков. Не, на самом деле здесь есть вот такие вот всякие красные, синие, голубые снежки. Есть вот такие вот полуавтоматы, которые помогают в лепке снежков. Но лопата здесь выглядит выигрышнее всего. Круче же, когда ты просто берешь, копаешь и этот весь сугроб кидаешь в кого-нибудь. Это мега мощно. И есть снежковый пулемет. Просто его заряжаешь несколькими снежками и лупишь кого-нибудь. Безостановочно. Ну что ж, я накопил 2200 снеговых монет. Пора бы прикупить, например, поварёшку, да? Или что тут у нас? Лопата. Лопата 3000, нет, дороговато. Есть вот такой вот снежочек. Наверное, все-таки я куплю поварёшку. Это как-то более интересно. Так, купил. И теперь у меня есть поварёшка. Теперь я буду раздавать. Ну что, ребятки, вы готовы к моей поварёшке? Моя поварёшка готова. Ух ты, да у нас тут два поварёшника. Так, а как? А, надо же копать снежки, я забыл. О, нифига себе, как я их быстро копаю-то. Ничего себе.
Ребят, вы там... Ой-ой-ой, опасно. Вы там постреляйте, пока я вам тут снежков налеплю. Блин, как же быстро этой поварёшкой копаются снежки. Ребят, вы там пока закидывайте врагов, а я подготовлю снаряды. Что не сделаешь ради своей команды и победы. Блин, снежки-то пропадают. Во капец, надо быстрее их собирать и закидывать куда-нибудь. Новая карточка. Мы находимся сейчас в окопе. Нужно налепить снежки. Так, где моя поварёшка? О, шикардас. Так, ребята, не подставляйтесь. Ведём себя аккуратно. Да блин, говорю ж, не подставляйтесь. Своего зарядил. Кто-нибудь сейчас обходит нас по любасу. Надо... Да, я знал, что он обходит. Иди сюда. Блин, не попал. Да что ж такое-то? Быстренько поварёшка вскапываю. Вскапываю. Извини, дружище, но мы по разные команды. Это, по-моему, был подписчик. Так. Воу-воу, я иду на территорию врагов. Так, прикольно, снежочек прокатился мимо. О, чувак с лопатой сюда к нам прибежал. Нифига себе, топ. О, нифига себе, сколько у тебя там снега. Надо его быстро уничтожать. Чуваки, да кто здесь бегает, задницу свою поставляет? Ребят, валите с лопатой чувака, а то он сейчас нас тут всех завалит. Я его сделал. Монстр килл. Оу, на первом месте. МЛГ. Я, правда, не знаю, что это такое, но ничего. 15, короче, я. Итак, 300 монет за победу. Топ-плеер. Еще 100 монет и 5 хедшотов. Еще 100 монет. Офигенно. Настало время купить лопатку. Посмотрим, насколько она мощная. Ну что, в арсенале у меня теперь есть поварёшка и лопатка. Ну и также не забывая про свои две руки. Фух, ну сейчас будет месиво. Так, мне нужно вначале скопнуть. Подождите, я пойду тут это ров выкопаю. Нужно обучиться, как этой лопатой пользоваться. Так, вначале копаю. А, и потом кидаю. Все, ну, в принципе, понятно. Так, ребята. Вот ты. На! Ууу, как это будет долго. Снежки-то круче намного. Да, я еще этой лопатой. Вообще кривой. Хоть бы чуть-чуть в него попал. Иди сюда. На! Пока вкапывай там свои... Дружище, я тебя закопаю, не переживай. Исчез. Голожопый! Эй, голожопый, ты же застынешь! Зад простудишь! На тебе лопата, я тебе прикрыл твою попенцию! Блин, лопата это мощно вблизи, слушайте, это как дробовик! Эй, кто-нибудь хочет ледяную шубу? Моя лопата умеет это делать! На! Блин, кажется, мне ледяную шубу сделали! Опа! Раскопки снега! Кого закопать? На! Блин, иногда так прилетает! Лопаты маловато. О, нифига. Ладно, я тебя подкопаю. На, держи. Опа! Ребят, кому лопаты снега? Походу тебе, да? Аня, у тебя своя есть. Ну, тогда держи мою. Чуваки, у меня тут лопатка. Смотри, какая красивая. Твоя. Не, походу их лопата не интересует точно. Блин. Снежки покруче лопаты, но лопата выглядит покруче и... С ней прикольнее бегать. Она сразу в страх вгоняет людей. О, нифига себе. Как я его... Эх, жизнь дворника, прекрасно. Целый день снег убирай. Здорово, дворник. Кажись, мы друг друга снегом засыпали. Красавчик, дай пятюню. Вот это уборка, вот это я понимаю. Оу, кажись, мне дабл снежок прилетел. Сразу от трех человек. Точнее, это даже трипл был. Чувак, дай пятюню. По-моему, мы же тот раз с тобой друг друга закопали. Блин, почему я не могу лопатой прикрываться? О, один получил оглушающий. Да, дружище, здорово, это снова ты. Нас с тобой... Да почему нам не дают с тобой обменяться лопатами? А, негодяй, хотел мне контрольный сделать? Да фиг тебе, да что ж такое-то? Иди сюда, белый штанишки. Да... Капец, у тебя крутой телохранитель.
тебя дважды спасли. Да, это не самый лучший раунд мой был. Ну, в общем, в принципе, здесь поугарать, повеселиться, пофаниться. Я не знаю, какие еще можно глаголы привести, чтобы описать эту игру. В общем, здесь круто. Заходите, играйте, угорайте. Тем более, кто не любит снежки. В общем, если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал. Всем удачки и пока-пока.